17 тысяч студентов из Шымкента обратились к Нурсултану Назарбаеву. Молодежь хочет, чтобы Казахстан и дальше возглавлял сильный руководитель, а потому просит главу государства выдвинуть свою кандидатуру на выборах. Ербол Ордабеков уверен, что государство открыло перед новым поколением все двери и пути. Сам он уже 4 года учится по гранту. Ербол – специалист по легкой пищевой промышленности. Новая программа «Нурлыжол», по мнению студента, это как раз то, где может развернуться креативная и динамичная молодежь. Мы, студенты, то есть молодежь нашего университета, от всей души желаем, чтобы Нурсултан Абишевич Назарбаев выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Республики Казахстан. Потому что за это время наша страна очень сильно и быстро развивается. И я хочу, чтобы наша страна не остановилась, а развивалась еще дальше.